Ну что, мои дорогие, приехала с отпуска, начала использовать средства. То есть вот такие вот я оставила дома, один порошок и кондиционер для белья. То есть вот такой вот я сейчас буквально вот постирала одну стирку. То есть концентрированный порошок и сразу же залила вот этот кондиционер для белья. То есть как раз вот идет вот прям пол вот этого наливаете. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. То есть прям половинку налила. Вот он такой не прям уж жиденький, такой нормальный. Половинку налила колпачка в стиральную машинку и плюс вот такой вот порошок. То есть здесь прям идет, смотрите, белые цветные ткани. Формула против пятен, не вызывает аллергии. Вот как раз одна пачка заменяет 3 килограмма обычного порошка. То есть прям вот концентрированный, да, прям половиночку вот такого порошочка насыпала и постирала вещи. То есть вот так вот мой честный отзыв, как говорится, да. Применила порошок и как раз кондиционер для белья. Аромат тоже вывешала, свои первые вещи после стирки, да, вот этой вот парочкой, так скажем. Аромат очень вкусный, прям так и розами пахнет вещи. Так что вот для заказа пишите. В пятницу буду отправлять заказ именно для Сургута. Сейчас вам ниже отправлю цены, сколько стоит кондиционер и как раз порошок. Так что пишите, кому нужно, заказ сделаем, закажем. Так что все, вот мой первый, так скажем, опыт средства по уходу за домом. Кстати, вот просто обожаю, вот реально пользуешься чем, да, так скажем, чем сама пользуешься каждый день и еще при этом зарабатываешь. Так что кто захочет узнать подробнее о возможности работать удаленно, пишите прям в личку. Расскажу, так скажем, все покажу, буду лично вас сопровождать. Всем желаю хорошего денечка!